şey çıktı. Başladı şey. Голоньюз со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что в Стамбуле в промышленной зоне Ишдёк вспыхнул пожар на одной из фабрик. Сообщается, что на место инцидента прибыли пожарные и спасатели. Есть информация, что из-за сильного ветра огонь перекинулся на другую фабрику. Ведется работы по тушению огня. Причина возгорания пока не сообщается. Ведется расследование по данному делу.